Здравствуйте, мои всегда занятые друзья! Меня зовут Наталья, и добро пожаловать на мой канал «Фитнес и красота. Легко и просто». Делюсь с вами циклом мудры. И в этот раз у нас гуан или чин мудра, одна из самых популярных и известных мудр. Она помогает сконцентрироваться и сфокусироваться. Ее хорошо держать, когда мы начинаем работу над каким-то новым проектом, заданием или любым другим вопросом, который требует нашего особого внимания. Также, если эту мудру держать регулярно, она помогает избавиться от депрессии. Делается она следующим образом. Мы соединяем кончики указательных и больших пальцев. Другие пальцы у нас прямые, но при этом они не напряжены. Вот так. Эту мудру обычно практикуют в положении лотос или просто в удобном положении сидя. Очень часто ее сочетают с дыхательными практиками, в том числе и с дыханием уджайи. Давайте сделаем 5 дыханий. Сначала я покажу и немного напомню. Дыхание уджайи – это долгий выдох и долгий вдох. При этом мы немножко зажимаем горло, чтобы у нас был такой шипящий звук, похожий на шум волн моря или океана. Следующим образом. Я надеюсь, вы это услышали. Давайте сделаем 5 таких шипящих, неспешных дыханий. Поехали. Раз. Держим мудру. Два. Можно закрыть глаза. Три. Четыре. Отлично. Открываем глаза, кто их закрывал. И теперь несколько позиций, в которых мы можем держать эту мудру в динамике. Становимся в позу воина 2. Правая нога у нас согнута, левая прямая. Мысок левой ноги чуть-чуть повернут вправо. Спина прямая, все подтянуто. Смотрим вправо. Держим мудру. Можем комбинировать это с дыханием уджайи. Давайте сделаем одно дыхание. И теперь уходим в наклон вправо. Мудру держим. И делаем одно дыхание уджайи. Поднимаемся и все то же самое повторяем с другой ноги. Поза воина 2. Прямая спина. Все подтянули. И держим мудру и одно дыхание уджайи. Уходим в наклон влево. Тянемся влево, мудру держим и одно дыхание уджайи. Поднимаемся, ноги прыжком вместе или подшагиваем вместе. И теперь еще одна поза, еще одна асана, в которой практикуется данная мудра. Уходим в позу танцора. Для этого сначала левую ногу сгибаем,
правая стопа, левая стопа к левой ягодице. Мудру держим одной рукой, правой рукой. Правая рука у нас уходит вверх. И уходим в позу танцора. Концентрируемся на любой неподвижной точке, чтобы легче было держать баланс. Одно дыхание уджая. Вдох. Выдох. Замечательно. Уходим обратно. И все то же самое повторяем с другой ноги. У меня появился помощник. Мистер Джеймс. Теперь мы мудру держим левой рукой. Правой рукой держим правую стопу. И уходим в позу танцора. Держим баланс. И одно дыхание уджая. Вдох. Выдох. Отлично. Возвращаемся. Это была короткая практика Гуан или Чин Мудры. Я надеюсь, она вам понравилась. Другие мудры последуют скоро. Спасибо, что смотрели. Смотрите другие видео на моем канале. Короткие тренировки, массажи гуаша, советы по красоте и здоровью. Подписывайтесь, ставьте лайки, если нравится. И будьте здоровы и счастливы!